Постоянная грязь около строительных площадок порядком надоедает и пешеходам, и автолюбителям. Власти не раз обещали штрафовать строительные компании за пренебрежительное отношение к благоустройству родного города. Грязь, налипающая на асфальт, создает угрозу безопасности дорожного движения, особенно если проходит дождь, ведь дорога становится скользкой. Застройщики к увещеваниям властей прислушались. Некоторые даже оснастили стройплощадки пунктами мойки колес. Но эта процедура чаще всего проводится чисто формально. Свежевымытые грузовики успевают погрязнуть в жиже прежде, чем покинут пределы стройплощадки. Естественно, выносят лину на проезжую часть. Застройщики, которые все-таки проигнорировали требования мэрии, уже поплатились за отказ мыть колеса. За 10 месяцев текущего года на нерадивых застройщиков, которые допускают вынос грязи со стройплощадок на территорию общего пользования на дороге, у нас составлено порядка 40 административных материалов. Сумма штрафов, значит, колеблется там от 10 до 50 тысяч. Общая сумма штрафов, наложенных вот на таких не очень культурных людей, составляет 320 тысяч рублей.